Привет, родные! В эфире «Новости Родины» и я, Артем Гурев, с обзором главных событий за прошедшую неделю. Новый сезон летнего первенства начнется уже в ближайшие выходные поединками на «Спартаковце» против «Локомотива». А пока младшие представители Академии 2012 и 2013 годов рождения принимали участие в Кубке Романцева и Кубке Москвы РДФС соответственно. Команда Максима Быстрицкого завершила турнир на 17-й позиции, подопечные Дмитрия Коржака заняли 10-е место. Были достойны большего, но, увы, сыграли в ничью по итогам стартового тура в Лион 2-й лиги дивизиона Б футболисты «Родины М». В домашнем поединке против «Динамо» из Вологды счет остался неоткрыт – 0-0. В ничью сыграла и главная команда «Родины» по итогам 26-го тура МЛБ 1-й лиги. На 54-й минуте Александр Клещенко вывел коллектив Франко Артиги вперед, но саратовскому «Соколу» удалось уйти от поражения – 1-1. «Родина-2» за неделю сыграла дважды. В среду подопечные Александра Локтионова благодаря голам Егора Ларионова и Матвея Бурлакова одержали домашнюю победу над «Велесом» – 2-0, а в воскресенье зеркальным счетом уступили в гостях «Ротору». Гораздо лучше обстояли дела на выезде в Егорьевске для наших команд в юношеской футбольной лиге. Команда 2009 года рождения завершила матч против «Мастер Сатурна» в ничью 1-1. Голом в раздевалку отметился Иван Яшин, а настоящим героем встречи стал Григорий Боровик, отразивший пенальти во втором тайме. После перерыва настал звездный час и Андрея Луцука в UFL-2. Нападающий оформил дубль, а команда 2008 года рождения прервала серию неудач уверенной победой 2-0. Главные события в матче с участием команды 2007 года рождения также развернулись во второй половине игры. Блестящим ударом со штрафного на 64-й минуте счет открыл Магомед Омаров. Далее в течение 5 минут дубль оформил Тимур Шарапов. Точку в разгроме мастер Сатурна на стальных нервах поставил Арман Даниэлян. 4-0. В следующем туре UFL дома на поле Академии Спартака имени Федора Федоровича Черенкова примем Акрон Академии Юрия Коноплева. Игры состоятся 13 апреля. Перед своими болельщиками в воскресенье сыграет против ленинградца на Сапсан-арене главная команда Родины. Двойка на «Спартаковце» примет Муром. Молодежная команда также проведет матч в столице, но в субботу и на выезде сыграет с Чертаново. Ваша поддержка очень нужна нашим командам. Будьте вместе с родными. А это были новости Родины. Увидимся через неделю. До скорых встреч.